Добрый день, снова с вами Дмитрий Митрофанов. И на этот раз вот такой вот, ну, можно сказать, не совсем банальный уж сувенир. Тевтонский рыцарь. Или рыцарь Тевтонского ордена, как кому нравится. Значит, в одной руке у него меч, другой щит, на груди и на спине у него крест. Значит, так, вот так вот. Ну, теперь более подробно, что он сделал. Значит, так. Голова. Голова — это клапанный стакан, как его там называют еще, да? Толкатель клапана. Субару. Субару. Значит, вот такой. С него снята шайба. И в это место вставлена полусфера 30 миллиметров. Вот здесь вставлена шайба. Значит, болгаркой сделан пропил. Имитация шлема, да? Рога и вот эти вот части. Как бы сделал такую имитацию меховых накладок на что там у него. Не костюм, это плащ. Да, на плаще. Это был цветочек, кованый цветочек на 5 лепесточков. Значит, 4 пошли на плечи, один пополам распилил, он пошел на рога. Просто куплен в магазине кованых изделий. Серединку вот сюда вот поставил. Так, вот эти части — это просто листовой металл. Попался какой-то вот с таким вот. Кто-то отдал с таким окончанием, пустил его сюда. Сначала думал сделать совсем уже таких банальных двух рыцарей с одной стороны. Ну, потом решил сделать плащ, прикрыл с двух сторон, скажем так, тело. Кресты — это не знаю с чего, с какого-то оборудования вот такие крестики попались, я сохранил. Так, ну что тут, руки, ноги — это листовые, просто, значит, у нас, что у нас тут, круглые вот такие вот, круглого сечения прутки, с какого-то старого держателя, что там у нас был, короб от водяного бака, короче, от для септика, просто у него обрешетка была, взял, отпилил. Ну, это в конкретно в этом случае. Просто, короче, пруток. Пруток там, я не знаю, можно брать арматуру, шестерку, катанку. Вот. Меч сделан просто из листового металла. У него такая полосочка, значит, тут насечки. Приварил. Ну, щит тоже. Это щит сделан из листа от газового баллона. Вот у него поэтому такая форма закругленная. Болгаркой на ней крест пропилил. 4 точки сварки поставил. Ну и, как сказать, у него вот эти вот щиты, латы. Черт его знает, я не разбираюсь. Короче, на ногах у него вот это вот сделано просто из точек сварки повыше, пониже и совсем маленькое. Ну и круглая подставка просто, это от лазерной резки остаток. Вот такой вот вышел рыцарь. Ну, не совсем уж банально, можно было совсем сделать там одинарную. Как бы одну сторону сделать, сзади не прикрывать ничем. Вот такой вот. Такой вот рыцарь вышел. С вами была мастерская Дмитрия Митрофанова. Не бойтесь делать вещи, скажем так, самодельные. Пусть они будут банальные, но зато у них будет форма. Всем привет. Ставьте лайки. Подписывайтесь на наш канал. Всем удачи!